Сегодня, 5 июня 2014 года, мы находимся в кабинете заведующего кафедрой алгебры и математической логики Казанского университета Марата Мирзаевича Арсланова, доктора физико-математических наук, заслуженного профессора Казанского университета, члена-корреспондента Академии наук Республики Татарстан, заслуженного деятеля науки России. Марат Мирзаевич Арсланов – всемирно известный ученый в области теории вычислимости. Марат Мирзаевич, я знаю, что ваш путь в науку нельзя назвать тривиальным. Не расскажете нам, как вы стали математиком? Действительно, путь не тривиальный. Дело в том, что я родился в глухой татарской деревне. Все деревни говорили по-татарски. Там была только 7-летняя школа. После окончания школы фактически никто не продолжал обучение. Работал в колхозе. И, наверное, я был один из первых, который вот после окончания 7-летней школы перебрался в Казань, город, и продолжил свое обучение. Родителей у меня очень сложная судьба. Мои прадеды, прапрадеды со стороны отца, они были все религиозные деятели, работали муллами, получали очень хорошие, многие из них получили очень хорошее образование вот в Казани, потом в Оренбурге, в Уфе, возвращались потом в нашу деревню продолжать работать муллами. Родители со стороны матери, вот их теперь называли во время советской власти, называли кулаками. На самом деле они кулаками не были. Это были крепкие, зажиточные крестьяне. Они никогда не пользовались наемным трудом. А ведь кулак, по определению, это человек, который периодически использует наемный труд. Только во время сельскохозяйственных работ летних, очень короткое время, они нанимали людей со своей деревни. После гражданской войны, после революции, они все были раскулачены. Моя мать, она где-то в 30-х годах, в начале 30-х годов скончалась, и сразу же после ее смерти все ее имущество было раскулачено. Все ее родственники были высланы в Сибирь, там другие окраинные города нашей родины, и след потерялся у многих из них. Ну вот моя мама, она к тому времени уже была замужем за моим отцом, и поэтому вот эти репрессии ее не коснулись. Ну ясно, что в таких условиях семья жила достаточно бедно. И, наверное, только потому, что я был лучшим учеником нашей школы, а отец мой работал преподавателем татарского языка в нашей школе, они решили отправить меня в Казань после окончания 7 класса. Вот я в 58 году окончил всех 7 классов нашей школы. Отец меня привез в Казань и отдал 35-ю, теперь это первая гимназия, 35-я татарская школа. В Казани у нас родственников вообще не было, поэтому я жил в небольшой чердачной комнате этой же школе. Там уборщицей работала женщина со своим сыном, она жила вот в этой комнате. Я вот жил в этой комнате. 3 года учился в этой школе. Ну, получилось так, что я учился только на одни пятерки по всем предметам. Поэтому у меня не было такого специальной привязанности ни к математике, ни к каким-то другим наукам. Всюду я учился одинаково. Вот интересно заметить, что вот этой 7-летней казанской татарской школе, деревне, я не получил ни одну четверку. Все время были только пятерочные, пятерки, оценки. Вот единственная четверка, которую я получил, я помню, это была четверка, которую поставил мне мой отец, за то, что я вот не выучил стихотворение, которое было на дом задано. Точнее, выучил, но во время декламации пропустил четверостишие. И когда в Казань перебрался тоже, я учился только на отличный, но так как я практически не знал русского языка, я начал получать четверки. Сначала по русскому языку и литературе. Это меня очень сильно расстраивало, потому что я привык быть отличником. Но потом уже немножко освоился. Начал получать четверки по истории, по географии. И поэтому я школу золотой медали не кончил. Хотя все считали, что я золотой медали кончил эту школу. Спектакли ставили, я всегда был активным участником. Очень любил декламировать стихи. И вот эти мои декламации людям очень нравились. И поэтому я считал, что, наверное, я стану артистом. Вот уже, во-первых, никогда мы не задумывались, кем мы станем.
так сказал, что вот 7-го, 8-й класс переходишь, с 8-го, 9-й и так далее. И так же и в дальнейшем жизнь будет проходить. Но уже когда стал учеником 10-го класса, я начал задумываться, кем же я стану. И вот были учителя, которые интересовались моей жизнью и хотели, чтобы я как-то определился своим будущим. И вот один из моих учителей посоветовал мне обратиться артистом Казанского театра. Был такой татарский академический театр имени Галиаскара Камала, по-моему, он назывался. И вот я как-то в один из зимних дней пошел туда. Ну, пришел, зашел, нашел вот комнату, где сидят артисты, обратился к ним с просьбой. Вот я ученик 10 класса татарской школы, хочу стать артистом. Вот куда бы мне, что мне посоветуете делать, где артистов учат? Они посмеялись, говорят, надо, кто попал артистом, не может стать. Для этого нужно определенный талант иметь. Ну давайте, что ты умеешь делать? Я говорю, я вот стихи читаю, например, участвую, смотрю художественной самодеятельности. Ну давай, прочитай какие-нибудь стихи. Я говорю, а что читать, свои стихи или чужие? Он говорит, ты что, и стихи пишешь? Они спрашивают, я говорю, да. Ну вот давай, что хочешь, то и читай. Ну я прочитал стихи нашего татарского поэта Мусы Джалиля. Ну старался, читал старательно, а потом... Когда закончил, они чувствуется, что они обратили на меня внимание, уже окружили меня плотным кольцом и говорят, что вот, мол, конечно, ты молодец, хорошо считаешь стихотворение, но артистом ты стать не можешь. Я говорю, почему? А потому что, говорят, у тебя есть дефект речи, ты не выговариваешь букву алфавита. Я говорю, ну и что? Эту букву Ленин Бабай тоже не выговаривал. Они посмеялись, говорят, ну это, говорят, они посмеялись. Да, правильно, Ленин тоже не мог выговорить букву «Р», но ведь он не был артистом, он был политиком. Тут только я задумался, действительно, я как-то об этом не думал. Мне стало неудобно, стыдно, растерялся, но они меня пожалели, говорят, ты же говоришь, что ты пишешь стихи, может, станешь поэтом, обращайся к поэтам. Вернулся в школу, начал разговаривать со своей учительницей, как она на это реагировала, я уже не помню, но на следующий день, отобрав несколько моих лучших стихотворений, я направился уже в дом поэтов и писателей, где вот моя учительница объяснила, работает поэты и писатели. Вот я пришел в это здание, ходил по коридорам, нашел, где сидят поэты и писатели, пришел и опять обратился примерно с такими же словами. И вот я ученик, разговор шел на татарском языке, я ученик 10 класса 35-й школы, хочу стать поэтом, вот хотел с вами посоветоваться, что мне для этого нужно делать. Опять такое необычное обращение, конечно, им показалось очень интересным, они окружили меня, начали спрашивать, для того, чтобы стать поэтом, нужно уметь писать хорошие стихи. Я говорю, я тоже пишу стихи, вот моя книга со стихами, посмотрите. Там был известный татарский поэт Махмуд Хусаин. Он посмотрел, говорит, ты так много пишешь. Перелистал некоторые стихотворения, ну, говорит, прочитай что-нибудь из своих стихов. Я начал читать, ну, я об этом уже не буду говорить, он начал критиковать мое стихотворение. Там есть такие слова, я помню, вот если переводить стихи были на татарском языке, я помню холодное мартовское утро, как я комсомол поступал. Председатель запряг лошадей, и кучер парень привез нас райкомол веселыми стихами и прибаутками. Махмуд Хусаин говорит, ну, говорит, смотри, тебе 17 лет, а ты, говоришь, пишешь. Я помню холодное мартовское утро. Молодой человек так не пишешь, ты подражаешь другим. А потом что такое, говорит, деревенский парень, если комсомол так поступает, он берет, идет сам на ферму, выбирает самого хорошего резвого коня и со свистом, с песнями сам идет. Ну, в общем, после этого я понял, что я ни поэтом не стану, ни артистом не буду. А так как я очень любил решать математические задачи, я жил уже в школе, и вечерами я заходил в пустые классы, брал книги, задачники из других классов, например, ученик 7 класса. Я решаю задачи 8, 9, пытаюсь, и как-то получалось. И вот я думаю, стану математиком. Действительно нравилось мне решать математические задачи. Я уже даже не понимал даже еще чем-нибудь заниматься. Кроме математики, мне никакой другой предмет не нравился. Ну вот, учитель математики нам объяснил, что в Казани математиков готовят в двух вузах. Это педагогический институт, физико-математический факультет, и Казанский университет, тоже физико-математический факультет.
Я математику любил, физику не очень. И узнал, что накануне физмат Казанского университета разделили на две половины. Физический факультет и механико-математический. Вот только это и определило мое поступление в механико-математический факультет. Вот я так стал математиком. Стал математиком, ну тоже одинаково относился ко всем предметам. Не было определенной мысли, каким направлением математики я буду заниматься. Алгебра, математический анализ, геометрия. Мне нравились лекции по алгебре и нравились лекции по математическому анализу. Ну, опять-таки, видимо, я все-таки как-то выделялся, хотя я повторяю, русский язык практически я не знал. И лекции я не понимал. Я просто сидел, слушал своих преподавателей, потом шел в читальный зал и уже сам осваивал этот предмет. Фактически язык, русский язык я изучил вот таким образом. По книгам, да? В библиотеке по книгам. И вот когда я кандидатский, немножко забегая вперед, скажу, кандидатские диссертации я защищал в Москве, и моим официальным оппонентом был Владимир Андреевич Успенский. Он немножко занимался вот по этой тематике, поэтому естественно было, что я к нему обратился, и он согласился быть оппонентом, и когда он прочитал мою диссертацию, он говорит: Марат Мирзаевич, вы, говорит, книгу написали не по-русски, на татарском языке. Хотя там нет, татарского слова не было. То есть вот так постепенно я изучил русский язык. Ну вот, с первого же курса каким-то образом, видимо, я выделился. Потому что и преподаватели, лекторы и алгебра, и математического анализа, других предметов как-то начали меня вызывать почаще к доске. И ну, всячески проявляли особые отношения вот ко мне, как к студентам. Может быть, тут еще сказалось и то, что я... Они понимали, что я не совсем все понимаю. И своей одеждой, и своим поведением я немножко, видимо, отличался от остальных студентов. Теперь я уже, заглядывая вот назад, об этом думаю. И вот как-то в середине первого семестра, первого курса, лектор Анатолий Васильевич Доротов, он нам читал лекции по алгебре. Пригласил меня, говорит: Марат, а ты не хочешь заниматься под моим руководством по индивидуальному плану? Я тогда не знал, что означает индивидуальный план занятий, теперь уже знаю. Это означает, что для этого человека составляется индивидуальный план занятий, то есть не обязательно только те предметы, которые изучаются в университете, а какие-то дополнительные предметы, то есть студент нацеливается на какое-то определенное направление науки. Специализация. Вот в Казанском университете такая практика есть. У нас этого не было тогда. Но был Владимир Владимирович Морозов. Ага. Вот я сейчас дойду до него. Это он придумал вот эту форму. И от него это пошло. Это я был первый человек на нашем факультете, который вот таким образом начал заниматься по индивидуальному плану. Уже после меня, через несколько лет, появились студенты, тоже занимающиеся по индивидуальному плану. Проверяющие министерство не мешали такой форме? Вот это я не знаю. Это уже меня не касалось. Он говорит: хотите у меня заниматься по индивидуальному плану? Я, конечно, не понимал, что это такое. Я чувствовал, что это очень такое лестное для меня предложение. Тут же согласился: да, хочу. А вот через несколько дней Анатолий Васильевич меня приглашает, говорит: знаете, я, говорит, обсуждал ваш индивидуальный план со своими старшими товарищами по кафедре, и заведующий кафедрой Владимир Владимирович Морозов сам захотел стать моим научным руководителем. Вот я считаю, что мне в этом смысле очень сильно повезло. Владимир Владимирович Морозов, конечно, тогда я его совсем не знал, это один из самых ярких математиков нашего Казанского университета тогда был. Вот он составил мне индивидуальный план, который нацеливал меня как раз на занятия по теории вычислимости. Фактически, теории вычислимости я уже сам пришел. Он меня нацелил на занятия науки, которые развиваются на стыке алгебры и математической логики. Дело в том, что Владимир Владимирович Морозов дружил с Анатолием Ивановичем Мальцевым, академик, один из основателей сибирского отделения Российской академии, Советской академии наук тогда, организатор и основоположник советской школы теории моделей, ну, одно из направлений алгебры. Когда во время войны институты Академии наук, Стекловский институт Академии наук были эвакуированы сюда, в Казань, они работали в Казанском университете, Анатолий Иванович Мальцев был в том числе. И вот они подружились с Владимиром Владимировичем Морозовым, работали примерно в одной и той же области. И Владимир Владимирович сохранил вот переписку и дружеские отношения с Анатолием Ивановичем. И как позднее я узнал,
Анатолий Владимирович Владимирович, как раз зная, что в Новосибирске разрабатывается вот это новое направление науки, захотел меня направить тоже в это, захотел направить мои исследования тоже вот в этой области. И, видимо, посоветовался с Анатолием Ивановичем. Потому что пригласить, вот индивидуальный план был составлен таким образом, что первые 3 года я обучаюсь по индивидуальному плану в Казанском университете, изучаю предметы, которые не считались здесь. Это курс математической логики. Логика практически не считался тогда, только спецкурс был, ну, по теории доказательств. А ведь математическая логика – это очень широкая наука, она включает в себя не только теорию доказательств, там и теория моделей, там и теория, и вопросы, связанные с аксиоматикой, другие вопросы, проблемы разрешимости, неразрешимости, это все включается в математическую логику. Вот эта программа была настолько тщательно продумана, вот в течение вот этих 3 лет я самостоятельно изучал вот эти предметы. А какие монографии были на эту тему? На эту тему была книга Чёрча, «Введение в математическую логику», во-первых. Потом каким-то образом Владимир Владимирович достал мне рукописные, машинописные издания лекций новосибирских математиков. Возможно, Анатолий Иванович прислал по теории моделей. И потом была книга Роза Петер «Рекурсивные функции». Это венгерский математик на русском языке. Анатолий Иванович меня тоже снабдил, то есть Владимир Владимирович снабдил меня вот этой книгой. И вот я изучал вот эти предметы. Чёрч, введение математической логики, она так называлась. Потом вот эти машинописные издания теории моделей. И плюс книга Роза Петер «Рекурсивные функции». Еще была какая-то книга по теории категорий, я уже не знаю. Вот это я еще сдавал. Еще какие-то предметы. Специальные курсы по алгебре, по книге Джекобсона, я помню, тоже у меня, я изучал, я экзамен сдавал. И вот интересно то, что вот ни по теории категории, ни по математической логике, ни по теории моделей у меня не было людей, которые бы у меня могли принять экзамен. Они мне все ставили автомат. Я им приносил книги, говорил, что вот это я изучил. Они листают, спрашивают, смотрят, какие разделы я прочитал, а потом тоже ставили отличную оценку. Вот это, может быть, не совсем хорошо, может быть, я немножко разбаловался вот таким образом. Вот мое обучение первые 3 года в Казанском университете проходило вот таким образом. А будучи студентом 4-го курса, уже по приглашению Анатолия Ивановича Мальцева, я поехал в Новосибирск. И уже последние 2 года я учился в Новосибирском университете. Слушал лекции вот самого Анатолия Ивановича. Потом были там такие замечательные математики Лепунов. Михаил Иванович Каргополов, это по теории групп лекции он читал. Потом Анатолий Ларьянович Ширшов, я слушал его курсы, спецсеминары посещал по теории колец. Вот выдающиеся математики. Вот я ходил на эти лекции. Но в основном, конечно, математики я изучал вот на этих семинарах, которые организовывались, появлялись. Это математические семинары для для студентов, научно-исследовательские семинары для сотрудников. Я ходил во все эти семинары. Но Анатолий Иванович Мальцев, конечно, со мной фактически не занимался. Когда я первый раз подошел к нему и говорю: «Анатолий Иванович, вот я из Казанского университета приехал по направлению Владимира Владимировича Морозова», он сказал, чтобы я к вам обратился. Он говорит: «Да, конечно». Потом назвал мне несколько статей. Вот вы, говорит, прочитайте вот эти статьи. И там был такой математик Асан Дапсович Тайманов. Вы, наверное, знаете? Да, конечно. Вот. И говорит: «Вот семинар есть у вас, Анатолий Иванович, ходите вот на этот семинар». И все. Это была фактически единственная моя встреча с Анатолием Ивановичем. Ну, конечно, я его видел, но так, а разговор с ним был вот о моих занятиях с ним вот единственный раз. Хотя он считался моим научным руководителем и даже писал еще какие-то заключения, какие-то отзывы писал о моей работе. Я потом их Владимир Владимирович Морозов изучал. И мое становление как математик становились вот на этих семинарах. Фактически вот так я стал математиком. И вот у меня не было фактически научного руководителя, который ставил бы мне передо мной задачи. Вот я уже в своей книге об этом тоже пишу. Это может казаться странным, но я считаю, что мне в этом отношении повезло. Потому что когда научный руководитель ставит какую-нибудь задачу, он человека привязывает к этой тематике. А у меня была возможность по всему спектру математической науки выбирать те вопросы, те разделы математики, которые мне больше всего нравятся и которые, возможно, мне больше подходят. И вот первые мои работы в области математической логики, первые самостоятельные работы, они оказались такими, что положили начало целому направлению исследования в области математики.
Вот я об этом могу потом как-нибудь подробнее рассказать. Сейчас, мне просто повезло вот в этом отношении. Когда вы первую работу свою первая сделали? Работа моя, она была опубликована, вот когда я был еще вот студентом, я ее подготовил, потом опубликовал здесь уже в Казани в сборнике студентов и аспирантских работ, потом в алгебре логика одна моя работа вышла. В 68 году, это я только окончил Казанский университет, вот здесь вот там, в наших российских, казанских журналах, ну это российский журнал, издающийся в Казани, «Известия вузов». Вот. Понимаете, вот когда я учился в Новосибирске, было очень модно, были вот такие фундаментальные классы множеств, теории вычислимости. Это классы, они определены программой, объявленный американской математиком Эмилем Постом. Была такая знаменитая проблема Поста, которая каким-то образом была, направлена была на классификацию трудных математических проблем, неразрешимых математических проблем. Я уж в подробности вдаваться не буду. Ну вот. Вот эта программа Поста, она там были заложены, определены фундаментальные классы множеств. Вот было модно в 60-х годах, когда как раз я только начал заниматься наукой, эффективизировать определение этих классов. Был наименьший класс, класс простых множеств, и наибольший, класс максимальных. И было несколько промежуточных. Вот для классов наименьшего класса и наибольшего класса максимальных множеств такая работа проводилась американскими математиками. И получилось так, что каждый раз эффективизация этих определений, эффективизация в смысле вот, определение становится таким, что те условия существования, которые присутствуют в этом определении класса, они требуются для этих условий существования, чтобы компьютер мог найти вот этот квант существования. То есть класс определяется так, существует то-то, компьютер должен находить. Вот это и есть эффективизация. Возможно, компьютер не найдет, невозможно составить программу для компьютера, чтобы он указал конкретно вот этот квант существования. Тогда считается, что класс не эффективизируем. Это какая-то форма конструктивизма. Это определенная форма конструктивизма, но не в том смысле, что вот конструктивистские математики, да? Это как у Маркова. Несколько другим. Но тоже вот эффективизируется, компьютер ищет. Вот. И каждый раз получалось, вот это такая эффективизация вот этих двух крайних классов, каждый раз приводит под классу наиболее трудному в алгоритмическом смысле. Трудный в смысле проблема распознавания элементов. Она может быть легкой, если компьютер... Разрешимость. Если компьютер может распознавать элементы множества, множество называется разрешимым. Если не может, множество называется неразрешимым. Вот получается наиболее трудные в том смысле класса, что если бы компьютер умел распознавать, то все остальные множества, из определенного класса, тоже мог бы распознавать. То есть наиболее трудные в том смысле, что все остальные в некотором точно определенном смысле к этому классу сводятся. А перечислимые тут где лежат? Вот перечислимые, это как раз класс перечислимых множеств. Подклассы класса перечислимых множеств. Вот трудные среди класса перечислимых множеств. Вот первые работы, которые я начал делать в Новосибирском университете, это попытка эффективизировать все остальные классы. И мне тут удалось сделать. Это неразрешимые, да? Они все неразрешимы. Для математики разрешимые классы не интересны. Разрешимые классы математик не изучает. Потому что если класс разрешим, вот компьютер, компьютер все проблемы решает для этого класса. Нас интересуют неразрешимые классы. Сравнение. Среди перечислимых, не только среди перечислимых. Даже не перечислимых. Как с ними работать? Вот я об этом, может быть, еще скажу позднее. Вот я не хочу сейчас отвлекаться, я вот начал рассказывать, каким образом я нашел первые задачи. И действительно, в каком смысле я был удачлив вот в этом смысле. Вот я эффективизировал классы, которые промежутки между крайними, простые и максимальные. Это американцы делали. Эти классы называются гиперпростые, класс гиперпростых множеств, гипергиперпростых, еще некоторые другие. Вот я такое описание получил. И каждый раз я получается самый подкласс, который выделяется, оказывается самым трудным. Вот естественно возник вопрос. Вот в процессе вот этой эффективизации каждый раз используется
знаменитые теоремы Клини, угу. теорема рекурсии. Это теорема неподвижной точки, а нечто топологическое понятие. Вот это, видимо, другие не задумывались. Почему каждый раз приходится использовать вот эту теорему неподвижной точки для того, чтобы получить конечный результат? Пытался, не прибегая к теореме неподвижной точки, вот это сделать, не получается. И вот сразу возникает вопрос. А вообще, класс теоремы неподвижной точки формулируется только для класса вычислимых функций. Для функций, которые на компьютерах вычислимы. Вот, естественно, возникает вопрос. Какие другие классы функций обладают неподвижными точками? Вот, и, вот это была первая задача, которой я начал заниматься. Описать класс тех функций, которые обладают неподвижными точками, и попробовать охарактеризовать классы функций, которые не обладают неподвижными точками. И в конечном итоге я получил решение вот этой задачи. Вот теперь существует такое понятие критерий полноты Арсланова. Вот я в своей книге об этом пишу, и фактически во всей учебнике. Ну, это результат, наверное, уже более позднего времени. Это более позднего. Вот в конечном шаг за шагом я пришел вот к этому результату. Вот, да. Это в конце 60-х, наверное, уже. Она, нет, она в начале 70-х годов получилась. Ну, в конце 60-х я только университет окончил, я аспирантуру окончил. В 66-м я университет окончил, в 69-м я аспирантуру закончил, в 70-м я защитился в Московском педагогическом университете, институт тогда это был. И вот в эти годы я уже первые результаты по этой проблематике получил. Частные результаты. Полностью охарактеризовал этот класс в 73-м году, но долго его не публиковал. Опубликовал только в 78-м году. Ну, просто я не придавал большого значения этому результату. Понимаете? Ну, я писал этот класс функций, которые не обладают неподвижными точками. Но тут еще более сложные задачи возникают. Вот математически неразрешимые проблемы, они устанавливаются на... Некоторая есть иерархия. И вот можно представить себе бесконечную лестницу, которая распределена на ступеньки. Вот на самой нижней ступеньке лежат все те проблемы, которые алгоритмически разрешимы. Следующая ступенька – это первый уровень алгоритмически неразрешимых проблем. Там вот, например, проблема остановки машины Тьюринга. Это, например, там лежит вот такая проблема. Вот берем некоторый универсальный язык программирования. Берем произвольную программу, подаем, ну, про каждую программу имеет входные данные и результат. Входные данные подаем, и спрашивается, вот эта программа, если будет работать компьютер, когда-нибудь остановится или нет? Это проблема остановки машины Тьюринга. Проблема остановки компьютера. Она оказывается неразрешима, и среди перечислимых математических проблем она занимает самую высшую ступеньку. Вот это первая ступень. Вот нулевая ступень это разрешимые математические проблемы, следующая ступень. То есть между ними ничего нет. И между ними очень много маленьких ступенчиков. А, все же есть. Да, они все есть, да. Это как лестница, ступени, первая. Это перечислимые проблемы, самые трудные. Проблема остановки машины Тьюринга. Или проблема остановки любой программы на некотором универсальном языке программирования. Потом еще есть следующая ступень, третья, четвертая, пятая. Это так называемая арифметическая иерархия. Вот. И вот считается, что человеческий мозг может перерабатывать информацию, которая находится на первых 4-5 ступеньках вот этой иерархической лестницы. Это вот книга из монографии Роджерса, теория, как она называется, теория вычислимых рекурсивных множеств, рекурсивные множества и... неразрешимость, я сейчас точно не помню, у меня эта книга где-то есть. Теория рекурсивных функций и вычислимость, по-моему, также. Или просто теория рекурсивных функций. Ну, с близким названием вот очень много книг описывается, это одна из первых книг по теории вычислимости, которая была издана в Соединенных Штатах и переведена на русский язык. Вот в этой книге, вот есть такая, об этом пишется, что вот человеческий мозг способен перерабатывать информацию, которую можно расположить на первых 3-4 ступеньках этой лестницы. Дело в том, что вот человеческое предложение на любую тему можно записать в виде формулы математической логики, используя некоторые специальные термины. Если это формула математики, например, арифметика, там используется
математические знаки сложения, умножения, меньше или равно. Если это какая-нибудь, например, теория множеств, отношения принадлежности. То есть вот на этом языке, то есть язык математической логики, обогащенный специальными математическими терминами, используя квантов, вот пишутся некоторые предложения. Потом, по правилам математической логики, это предложение можно записать в так называемой пренекстной нормальной форме. Квантеры все выносятся вперед. Причем имеет значение перехода, альтернативные изменения квантеров. Если несколько квантов существования находятся рядышком, это можно считать один квантом. Если несколько квантов всеобщности находятся рядом, это можно считать тоже один квантом. Вот сколько перемен квантеров, вот столько же и сложность предложения. Вот уровень, первый уровень, там один единственный квант. Квант существования или квант всеобщности. Следующий уровень, это две перемены кванта существует для каждого, или наоборот. Третий, четвертый, пятый уровень. Это и есть арифметическая иерархия. То есть, так, и она осложняется и в алгоритмическом смысле. Тут есть точные соответствия между вот этой синтаксической сложностью записи предложения и алгоритмические сложности предложений, проблем. И вот каждую проблему можно расположить на некоторую ступеньку вот этой лестницы. И вот я говорю, что 3-4 ступеньки. Вот если предложение записывается в 3-4-5 ступеньках вот этой лестницы, тогда человек может перерабатывать информацию, которая там. А и более на более высоких ступеньках уже непосредственно восприятие этих предложений недоступно, приходится использовать какие-нибудь там диагональные методы или какие-то результаты каких-нибудь ранее разработанных теорий, и так далее. То есть непосредственному изучению они не поддаются. Вот моя задача была, критерий был сформулирован, вот мой критерий полноты, для первого уровня. Я вот почему не публиковал, второй уровень меня интересовал, третий уровень, четвертый, как они во всех остальных уровнях вот эти проблемы находятся. Это очень просто. Да, к сожалению, по конечном итоге эта проблема была решена, но тут понадобилось время. Вот после публикации первых работ, этими работами заинтересовались американцы, уже много людей начали этим заниматься. И в конечном итоге вот эта проблема, критерий полноты для всех уровней арифметических иерархии, это не только от нуля до бесконечности продолжается, она и к бесконечности по ординалам еще идет. Бесконечно она неоднородна. А в каком смысле, что это квадрат? Так называемые конструктивные ординалы. То есть бесконечность, первая бесконечность, это мощность множественного квадрата. Я понимаю, как можно упорядочить квантеры, каким образом? Тут речь уже не идет о квантерах. Тут уже не точно так в алгоритмическом смысле. То есть он по всех уровнях иерархии, вот этот критерий, он был сформулирован. Уже и часть результатов мне принадлежит, часть американцам принадлежит. То есть тут полностью уже эта проблема описана. То есть это была самая первая моя большая удача. А вот модальная логика, она в эту иерархию вкладывается или нет? Она совершенно другая. Конечно, вкладывается, только тоже свой собственный подход. Она немножко несколько иначе выглядит. А так любая логика, потому что кванты, они везде присутствуют. И вот теорема пренекстной нормальной формы в той или другой форме везде присутствует. Так что, конечно, это все туда входит. Вот таким образом я начал заниматься наукой. И вот первые мои работы, они связаны этой тематикой. Вот, кстати, тоже очень важно. Вот эти самые первые мои работы, где я эффективизировал определение промежуточных классов, заинтересовала американских математиков. Работа была опубликована в журнале «Алгебра и логика». Этот журнал переводится на английский язык. Ее прочитали американские математики. И вот профессор Джохш из Иллинойского университета заинтересовался, там классов много, заинтересовался одним из классов. Вот Александров это сделал для таких-то классов, давайте-ка я попробую для вот этого класса. И он это сделал и написал мне письмо. Вот профессор Асланов, я прочитал вашу работу, вы это сделали то-то, то-то. Вот у меня вопрос возник, вот для класса гипертрастых множеств, этот класс так называется. Вот я тоже попробовал это сделать, у меня получилось, вот доказательство. А к этому времени я уже это сделал и опубликовал работу. Я ему выслал оттиск своей работы, и вот между нами завязалась переписка. В 70-х годах
связи между двумя странами была очень трудной. И письма либо доходили, либо не доходили. Если даже доходили, это очень большое время на это отнимало. Ну вот, тем не менее, вот он это мое письмо получил. И вот фактически, благодаря вот этой нашему знакомству заочному, мне удалось в 1978 году по одной из программ, которая называется программа «Айрекс», на целый год поехать вот стажироваться в Иллинойский университет. Вот тогда это действительно очень трудно было такую стажировку получить, тем более у меня, сами понимаете, никаких связей, ни в каких сферах. Наверное, язык английского вы не очень знали, да? Вот это отдельный вопрос, сейчас я об этом расскажу, да. Вот была объявлена программа, она называется «Айрекс», я как-то прочитал, дай-ка попробую поучаствовать. Пошел наш международный отдел, вот я хочу участвовать, пожалуйста, пишите. От нашего университета было буквально более 10 человек, наверное, участвовали. Вот, тем не менее, вот группа из 10 человек была сформирована, а участвовал весь Советский Союз, это из Литвы, из Латвии, из Молдавии, из Украины, из России, из Казахстана, Киргизии, все участвовали. Потом отобрали всего 10 человек для поездки. Вот я вошел в число этих 10. Я думаю, благодаря вот настойчивому приглашению профессора Джокша. А изучение английского языка, смотрите, мне еще надо было русский язык сначала выучить. Мы изучали английский язык с первого курса. Я сначала записался немецкий, потому что в школе каким-то образом нас еще учили немецкому языку. Но сейчас я вспоминаю вот эти все школьные годы, я понимаю, что наш учитель немецкого языка немецкий язык не знал. И поэтому и мы его не знали. И поэтому, ну, так как мы должны были какой-то иностранный язык изучать, я записался в немецкую группу, потом, по крайней мере, название близко. Я знаю, как буквы пишутся и как некоторые слова произносятся. Данка, ну и так далее. А потом я вижу, что там пришли ребята, они уже более-менее говорят, пока я ничего не понимаю, я испугался. И перешел английский. Английский... Почему? Мне, по-моему, там немецкий, по-моему, только была продолжающаяся группа. Поэтому там записались люди, которые уже более-менее знали немецкий язык. А тут была начинающая группа. Я вот записался в начинающую группу. Ну, так как мне, сами понимаете, я еще русский не знаю толком, а тут еще английский язык надо изучить. Английский язык мы изучали первые 2 года, и фактически я, конечно, ну, более-менее, какие-то небольшие успехи были, но успехи были очень небольшие. Ну, читать-то вы умели, наверное, все-таки уже. Вот аспирантом, наверное, умели по-английски? Аспирантом. Ну, вот, да. Вот после 2 лет обучения английского языка, фактически язык я не знал. Но вот когда я в Новосибирск поехал, мне пришлось очень много читать иностранную английскую литературу. И поэтому более-менее, по крайней мере, математические тексты я научился читать и переводить. А потом уже сам интерес появляется, начинаешь учить. Я вижу, такие выдающиеся математики, они все англоязычные. Почти вся наука, она каким-то образом на английском языке, вся литература была на английском языке. Наверное, были и немецкие, и французские, но каким-то образом они мне не понадобились. Мне понадобились в основном английские. А вот книга Клини, тоже на английском, но она была переведена. Книга тоже была среди тех, которые я... А вот Гильберт Аккерман, она на русский язык. Основание теории арифметики, да, она как называется? Основание... По логике, что-то с логикой связано. То есть вот эта книжка по логике Гильберта. Это с предисловием Александра Яновского, да. Нет, эти книги я не читал, я не пользовался. Уже когда стал специалистом, когда начал работать в университете, я... Есть эти книги в библиотеке. Но будучи студентом, я этими книгами не изучал. Ну вот, в Новосибирске и аспирантуру я поступил, конечно, сдал английский язык нормально. И учили тоже неплохо. Но тем не менее, уж сразу понимаете, что фактически разговорного языка у меня не было. И когда вот сейчас все мои знакомые, американцы, в математических кругах, это очень распространенная история, как я первый раз появился в Америке. Я приехал в Иллинойский университет, меня встретил профессор Джокуш. Хотя меня учили английскому языку. Здесь в университете меня прикрепили специального преподавателя, который со мной, зная, что я через год поеду в Соединенные Штаты, со мной занимался английским языком. Но мне было некогда. И поэтому я так сквозь пальцы все это делал и толком язык не выучил. Потом нас целый месяц пригласили в Подмосковье. Это Министерство иностранных дел уже организовал эту поездку. Тогда очень большое значение придавали вот к нашим поездкам. Ну, это в 70-е годы, через резный занавес, вы понимаете.
Ну, тоже целый год там определенный успех был, но разговорного языка не было, и когда ко мне обращались американцы на английском языке, я ничего не понимал. Вот он меня встречает, Джокуш, со мной начинает разговаривать, а я ничего не понимаю. Он пытался так, так, а потом спрашивает, а вы еще какие языки знаете? Я говорю, я еще знаю татарский язык. Вот начали говорить, вот Александр настоящий математик. Его ответ был точный, но совершенно бесполезный. Вот до сих пор, вот даже сегодня на этой конференции, во время банкета, эту шутку Джокуша, один из американских математиков, профессор Стефан Лем, вспомнил. Так что вот язык уже я на самом деле выучил, уже будучи работая в Соединенных Штатах. Там уже хочешь не хочешь приходится учить. Так как во время процесса непосредственного общения, да. Вот так. А еще какие-нибудь языки вы знаете? Вы ведь были... Нет, английский. Где бы я ни был, я очень много путешествовал. Угу. Знания английского языка вполне достаточно. Угу. Я и в Пакистане был, и в Иране был. Угу. Мне пытались иранские математики и персидскому фарси учить. У меня ничего не получилось. В Китае я пытался китайский язык. Но ничего нет. А в Германии же вы были. В Германии много раз бывал. Но все те, с кем я общался, они знают английский язык. Ага. Правда, некоторые ситуации бывали. Вот, например, в 80-е годы я как-то приехал в Обервольхов, математический институт. Поехал в город и забыл, где находится вокзал. И спрашиваю... Вот молодежь знает, я не догадался молодежи спрашивать. Я у пожилых людей, а я английский не знаю. Я пытаюсь так, мне предложили даже имитировать движение поезда. Вокзал как. Ну, конечно, это я каким-то образом сумел объяснить. Ну, постепенно я понял, в основном молодежи надо обращаться, если какие вопросы возникают. Они английский все знают. Во всех странах, где я бывал, английский язык мне было достаточно, знание английского языка. Я, кроме английского языка, другие языки не знаю. Татарские знания. В моем жизненном пути встречались несколько вот выдающихся математиков, которые мне не очень тесно, но все-таки удалось общаться. Но прежде всего я считаю, что очень большая удача, я, будучи студентом, даже будучи студентом второго курса, занимаясь по индивидуальному плану, меня взяли, в Новосибирске проводилась некоторая большая конференция алгебраическая. И наша казанская делегация меня, студентов второго курса, взяла вот на эту конференцию. Это был 1963 год. Руководителем конференции был Анатолий Иванович Мальцев. Mm-hmm. Туда приехал Курыш. Я первый раз вот Курыша видел, можно сказать, даже единственный раз. Потом Шафаревич там был. Много выдающихся математиков. Вот я первый раз там их увидел. А так, вот Петр Сергеевич Новиков. Вот я выступил у них на семинаре. На кафедре математического анализа рассказал своих результатов. Был семинар, который был вот как раз относился к математической логике. Руководителем семинара был Петр Сергеевич. Но Петр Сергеевич в это время болел. Он не присутствовал в моем докладе. Но вот после того, как я выступил, а за него работал его заместитель, это заседание семинара проводил и руководил кафедрой, как я понимаю, Щегольков. Через несколько дней кафедра подготовила заключение. Ну, для представления на совет, по-видимому. И я должен был и это заключение подписать у Петра Сергеевича. Мне сказали, что вот Петр Сергеевич сейчас он болен, он отдыхает в санатории Академии наук, узком. Объяснили, как туда ехать, и я поехал туда. Вот приехал, расспросил, где Петр Сергеевич находится, мне объяснили. Вот я иду, и вот мне кто-то говорит, а вот, говорит, Петр Сергеевич сам идет к тебе навстречу. Действительно, идет пожилой мужчина, высокий, плащавый. Я подошел, я говорю, Петр Сергеевич, здравствуйте, я вот такой-то, такой-то, вот представляю диссертацию по вашей кафедре. Он говорит, да, мне говорили, я знаю. Я говорю, мне надо вот вашу подпись получить. Я начал вытаскивать бумажку, что он думает, вот сейчас возьмет, так пишет. Он говорит, вы знаете, говорит, я сейчас, говорит, возвращаюсь домой, у меня сейчас некогда, вы, говорит, ко мне домой приходите. Дал свой адрес, вечером, говорит, вот я не помню, во сколько назначил время. Я говорю, хорошо. И вот в назначенное время я поехал туда. Петр Сергеевич жил на Ленинском проспекте. Вот я назначенный час пришел, позвонил в дверь, открыла Людмила Всеволодовна. Угу. Это родная сестра Мстислава Всеволодовича Келдыша. Угу. Келдыш тогда был президентом Академии наук СССР. Это мать Сергея Петровича Новикова. Угу. Это знаменитые люди, о них я, конечно, знал. Ну, я очень ловко зашел. Очень молодой человек, такая...
Ну, квартира, я, можно сказать, такой большой, красивой квартиры первый раз в жизни, может быть, я еще. Я сразу вот остановился около двери, потом начал разуваться. Людмила Селовна говорит, вы, говорит, не, надо не снимать. Вы, говорит, у нас не принято, вы, говорит, проходите в обуви. Нет, я все снимаю, она настаивает, тут подходит Петр Сергеевич, говорит, ты что, говорит, его оговариваешь? Это, говорит, восточный человек, он из Казани. Они, говорят, босиком ходят, пусть, говорит, проходят. То есть, да, вот я разулся, подошел, большая светлая комната, Петр, кабинет Петра Сергеевича, он сел за стол, я напротив него, вытащил свои диссертации, он взял я. Я уже понял, типа, он хочет понять, не просто, я уж не стесняюсь ему дать заключение кафедры. Я сначала диссертацию ему показываю, он же не видел мою диссертацию. Он начал читать, смотреть и листает, спрашивает, что это такое. Вот там знак есть, сводим из потюрингу, меньше или равно то. Это говорит, что такое. Я говорю, это ты сводимость, ты сводимость. И вот он, вот мне показалось, что он начал это, злиться. Он так он довольно грубо. Что за сходимость? Я говорю, не сходимость, Петр Сергеевич, а сводимость по тюрингу. Он говорит, а, тогда понятно. Опять дальше листает, что-то спрашивает, что это такое, я объясняю. Потихоньку начал приходить доброе расположение духа. Ну вот так довольно долго мы с ним сидели. А потом вот он говорит, ну вы, наверное, какую-нибудь бумажку принесли, чтобы я подписал. Я, да, говорит, вот заключение кафедры он прочитал, но не стал подписывать. Встал, подошел к окну, постоял, а потом на меня смотрит и говорит, смотрите, говорит, грачи прилетели. Вот я очень хорошо помню вот эту встречу с ним. Подписал эту бумагу, я поехал. Это была единственная моя встреча, больше я его не видел. Но я был вот в квартире Петра Сергеевича, разговаривал с ним, Людмила Всеволодовна, меня даже чаем угощала. А потом вторая очень интересная встреча у меня была с профессором Саундерсом Маклейн. Это знаменитый математик, основатель теории категории. Он профессор Чикагского университета. Вот в 1978 году я приехал в Иллинойский университет. И вот когда я получил вот свои результаты о неподвижных точках, там для следующего уровня получил некоторые, вот они, математики, как-то заинтересовались, меня начали приглашать выступить с докладами разные университеты. Вот в частности, в Чикагский университет, там профессор Саар, друг Карла Джокуша, у кого я стажировался. Вот они меня, Саар меня попросил, чтобы я рассказал о работах советских математиков. Связи наши были очень такие скудные, и поэтому они очень плохо представляли работу советских математиков. Вот я советских математиков в области теории вычислимости. Вот я очень долго, очень тщательно готовил вот этот доклад, около месяца, очень ответственно подошел к этой работе и поехал, где-то это было весной 79-го года, по-моему, в Чикагский университет. И вот объявлен мой доклад, и к моему изумлению вся аудитория полностью забита людьми, где-то более 100 человек. Я очень много раз побывал в Америке, никогда мои доклады вот такой большой аудитории никогда не собирали. Потому что последующие мои поездки в Соединенные Штаты уже были после перестройки, уже где-то в 90-х годах. Там уже они очень хорошо представляли работу советских математиков. Вот, и вот перед моим докладом мне Джокуш, Попсаар говорит, здесь, говорит, среди слушателей есть Саундерс Маклейн. Я говорю, где он? А вот, говорит, второй ряд, там слева, действительно, мужчина сидит. Он пришел слушать мой доклад. Я рассказал, а потом еще Саар меня познакомил Маклейном. И еще он присутствовал, там после моего доклада был организован банкет, и он пришел на этот банкет, правда, долго не сидел. Банкет был организован в русском ресторане, там в национальных костюмах, женщины в русских национальных костюмах нас угощали русскими пельменями, русской смирновской водкой. Было очень весело, очень хорошо. Но я на всю жизнь запомнил Маклейна, и вот он сидел буквально напротив меня, и вот и я уж разговор наш не помню, вот так мы сидели с ним, беседовали. К сожалению, недавно умер, да? Или уже он не совсем недавно? Умер недавно, да. Я его больше не видел, хотя я Чикагский университет несколько раз посещал, но ни разу Маклейна я не встречал уже в этом университете. Я работал, я бывал во многих американских университетах. В частности, я довольно часто ездил Мэдисон, Висконсинский университет. И там работал Клини. Вот вы упомянули книгу Клини, да? И вот профессором Висконсинского университета являлся Клини.
И вот у меня очень, конечно, хотелось было с ним познакомиться, но, к сожалению, вот ни разу мне с ним встретиться не удалось. Либо я приезжал слишком короткий срок, на неделю, например, и он не появлялся в университете. Более длительный срок я приехал в 93-м году, больше месяца находился в Мэдисоновском университете, но в это время Клини лежал в больнице. Он же уже очень в возрасте был. Результаты это конец 30-х годов, начало 40-х. Да, вот он часто болел, и вот когда последующий... Кстати, кабинет Клини буквально рядом. Вот мой кабинет был здесь, сейчас несколько... Кабинет Клини, там прямо табличка Клини, вот уж, к сожалению, не получилось. А вот когда последний раз я, не последний, а в 94-м году еще раз приехал уже со своей женой, там 50-летие мои проводили, и вот я приехал в Мэдисон, и он умер. И он как раз вот в этот день, когда я там находился, он скончался, и мне удалось присутствовать в похоронах. Это были, проходили университетские церкви, были обставлены весьма торжественно. И вот там, я помню, там свечи горят, потом разум их гасит, это в этот момент душа Клини уже устремляется в небеса. Вот я с удивлением заметил, обычно американские математики, они очень неформально одеты. Они очень неформально одеваются. Вот, например, выдающийся математик Морли, есть знаменитая теорема категоричности Морли. Ну, один из крупнейших, он еще до сих пор жив, он работает в Карнельском университете. Я много раз посещал Карнельский университет, и вот я с удивлением замечаю, он ходит зимой по коридорам, по зданию босиком. Босиком никто не обращает внимания. Первый раз я увидел, он пришел на семинар босиком, зима, ну, как будто так и положено. А вот на этот церковь, когда похоронили, все были в галстуках, торжественно одеты, видимо, вот у них такое уважение. Может быть, они вот, странно, вот меня это удивило. Значит, вот такие встречи были. А с российскими математиками? Вы же встречались и с Колмогоровым. Андрей Николаевич Колмогоровым я встречался, ну в каком смысле я встречался? Я с ним больно не разговаривал. Я слушал его лекции, на семинарах я присутствовал, когда он был руководителем научно-исследовательского семинара. Являлся научным руководителем научно-исследовательского семинара по математической логике, со-руководителем Колмогоров, Адиан и Успенский. Вот пару раз он присутствовал в моих докладах, я несколько раз докладывал на этих семинарах в процессе подготовки докторской диссертации. Вот. И у меня вот хранится письмо, приглашение выступить с пленарным докладом на одной конференции по математической логике. За подписи Колмогорова, лично от него, вот это я храню. Так что личной встречи у меня не было. Я подозреваю, меня, наверное, не знал, хотя некоторые мои работы он доклад Академии наук представлял. Но это я обращался к нему через Владимира Андреевича Успенского. А так, вот такое приглашение от его имени я получил. Ну, я думаю, это не сам, конечно, он, а просто он был председателем программного комитета. Программный комитет решил меня пригласить, а письмо было подписано Андрей Николаевичем Колмогоровым. А вот вы упомянули, что когда вот вы за границу первый раз вас отпускали, вас как бы инструктировал, что ли, Гнеденко или какая-то... Борис Владимирович Гнеденко. О чем вы говорили с ним? Нет, вы знаете, опять-таки, Борис Владимирович Гнеденко я лично, конечно, знаком не был. Просто я знал, когда вот я первый раз ездил в Америку, меня вызвали на собеседование Министерства образования. Как оно называется, это министерство тогда называлось, я не помню уже. Там была какая-то комиссия. Я думаю, они, во-первых, что проверяли, я даже не знаю. Язык они не проверяли, знание английского языка, потому что они разговаривали со мной по-русски. Ну, может быть, они уровень отношения к американской. Я не знаю, что. Вот минут 10 со мной беседовала комиссия. И там среди членов комиссии был Борис Владимирович Гнеденко. Об этом я знал, потому что там нас было несколько человек, ждали его, что говорили, вот Гнеденко там сидит, Гнеденко сидит, остальных я не помню. И вот во время собеседования, какие вопросы мне задавали, я не помню, но я помню вопрос, который мне задал Борис Владимирович. Он говорит, откуда вы знаете профессора Джокуша? Вот почему я думаю, что приглашение, видимо, от него было какое-то. Я им объяснил, вот профессор Джокуш прочитал каким-то образом мою работу, опубликованный в журнале «Алгебра и логика», написал мне письмо,
И Веденке это очень понравилось, он продолжит. И вы, конечно, ему ответили, конечно, вы послали ему оттиск своей работы. Я говорю, да, конечно, я ему ответил, конечно, я ему послал оттиск своей работы, и он заключил. И между вами завязалась оживленная математическая переписка. Я говорю, точно так, Борис Владимирович. Вот такой разговор был, это моя единственная встреча с Борисом Владимировичем. Может быть, я его встречал на каких-то конгрессах, я уже это не помню. Мы общались, да? Да, не общались. Вы за границей, наверное, были более полусотни раз. И работали там в университетах, как исследователи, как лектор. Что вы можете рассказать о системе преподавания? Что бы нам следовало позаимствовать, а может быть, что-то и не следовало бы? Системы преподавания математики, естественно. Ну, разумеется. В американских университетах я начал знакомиться первый раз, когда поехал туда читать лекции. Потому что у меня мои предыдущие все поездки были научно-исследовательские. С студентами я не общался. Я работал конкретными людьми. Научно-исследовательскую работу проводил и участвовал в семинарах. И как там работа проходит, как студент обучается, по какой программе. Хотя вроде бы и должен был, потому что возвращаясь, я выступал в коллективах у нас в университете. Меня спрашивали, и я ответить не мог, потому что некогда было, надо было наукой делать. А вот когда я был приглашен профессором Шор в 2006 году, по-моему, или раньше, я помню, в 2006 году, он меня пригласил в качестве работать семестр профессором вот в их департаменте. У них была позиция, куда они регулярно приглашали со стороны читать лекции магистра по некоторым разделам математической логики и бакалаврам. Вот. Я приехал и там начал работать уже со студентами. Тут, естественно, я начал интересоваться. Интересоваться я начал позднее. Я начал сравнивать наших студентов и к ними. Ну вот смотрите, я читал лекции по теории моделей. Это один из самых трудных предметов. И мне поручили чтение лекций по теории моделей по книге Ходжеса. Есть такая книга, она у меня есть. Вот я сейчас, наверное, не найду ее здесь. Или, может, у меня дома находится. Это достаточно трудная книга, одна из самых трудных теорем, это теорема категоричности Морли. А Морли профессор этого же университета, да? Который босиком ходит, да. Вот. И я очень тщательно готовился к этим лекциям, и два раза в неделю я читал лекции по теории моделей магистрам, там было их человек 10. Потом бакалаврам я читал лекции по прикладной логике, и за мной еще практические занятия вели. Занятия по теории моделей за мной вел аспирант Шора. Он задачи решал, контрольные работы проводил, проверял эти контрольные работы. Я проверял контрольные работы я сам. Он просто ошибки искал. Или какие-то свои мнения высказывал. Вот эта работа мне понравилась. А там вот подход такой оригинальный или что-нибудь. А по прикладной логике он вел за мной практические занятия. И тоже вот примерно такая же работа проводилась. Вот я обратил внимание, что студенты очень ответственно относятся к этим занятиям. Вот очень трудный предмет. Понимаете, каждая следующая лекция, когда читаешь, совершенно необходимо, чтобы люди помнили, что было в предыдущей лекции. Не только определения, но и результаты. Потому что то, что я собираюсь им рассказывать, сильно опирается на то, что раньше было. И я с удивлением при первых же лекциях, они действительно готовы. Я каждый раз после лекции говорю. Вот вам надо будет, в следующий раз я буду говорить, кто-то мне что-то объяснил, что так принято. Я буду рассказывать о том-то, вы должны будете знать вот это, вот это, вот это. И вот действительно они вот это, вот это, вот это все знали, все готовились. Вот это было в каком-то хорошем университете, это Корнельский, да? Корнель. Это один из лучших университетов. Один из лучших университетов. Но я только вот в таких университетах я работал. Такие, может быть, в более слабых университетах, может быть, немножко по-другому, а вот это я не знаю. Это первое. Я поразился. Настолько ответственно они относились к этим занятиям. А потом еще, я вижу уже, уровень тоже достаточно высокий. Задают очень квалифицированные вопросы. Суть. И понимаете, когда преподаватель видит, вы же сами преподаватели, понимаете, когда преподаватель видит то, что ты рассказываешь, доходит до них, ты уже сам увлекаешься. И я с большим удовольствием вот эти курсы лекции прочитал. А контрольные работы как проводил? Здесь я провожу. Я не знаю, об этом микрофон можно говорить или нет. Наверное, можно, пока вы берете. Мы проводим ведь так. Каждому студенту даем свою задачу. Потом еще следим, чтобы он не пользовался ничем. Например, у меня если 6 студентов, магистров, я им лекции читаю, я им всем
шестяным разные задания даю. И еще сижу в этой аудитории, чтобы, да, чтобы не списывали деньги. А там нет. Я всем, во-первых, задания домашние. Аудиторное время на проверку, там сидишь, смотришь, как они дополняют домашние. Это не принято. Я им даю одну и ту же задачу в виде домашнего. Мне объяснили. И ни одна работа, это я как опытный приватный сразу могу сказать, ни одна работа не была списана с другого. Вот я несколько контрольных работ проводил. Вот это один из самых поразительных явлений, которые я там обнаружил. Почему вот так? Я до сих пор толком понять не могу. Ну, у нас, видимо... Менталитет другой. А почему менталитет другой? Потому что жизнь такова. Вот смотрите. У нас очень многие все-таки поступают по протекции. Раньше было тогда, как бы, пока ЕГЭ не было. В Казанске может быть, конечно, но у нас что не очень. У нас, Нам вообще буквально заманивали, потому что у нас очень низкий. Раньше было так, да. Нет, раньше вот это один момент. И поэтому не самые сильные попадают. Сейчас ЕГЭ. Понимаете, я с удивлением обнаруживаю. Мы уже несколько таких проверок делали. Очень высокие баллы по ЕГЭ. А студент ничего не знает. Школьная математика не знает. Это известно. Вот понимаете, это один факт. А там такого нет, как я понимаю. Там этого нет. Все студенты, они, вот магистры, они очень квалифицированы. Потом, видимо, все-таки они потом ведь должны работу находить. Они стремятся работать по специальности. А наука... Работа в этой сфере преподавателем или в каких-то фирмах квалифицированная работа очень высоко оплачивается. И поэтому они заинтересованы, как можно больше знаний получить и как можно хорошими оценками выйти. И потом уже они могут обратиться к своим профессорам за поддержкой, за характеристикой, за рекомендательными письмами. Я когда уже вернулся из Корнельского университета, несколько моих бывших магистров обратились ко мне, не могу ли я их охарактеризовать как студента. Понимаете, для них это важно. И по-видимому, поэтому их отношения другое. Но это, может быть, мне кажется, даже касается именно математиков, потому что вот про гуманитарные дисциплины я слышал, что точно так же они американцы списывают. Там были даже случаи, что лишали дипломов, там, ну вот эти скандалы, конечно. Это большие, вот полностью противоречит тому, что я говорю про студентов математиков. Абсолютно не так. И потому что ни одну контроль не проводят, потому что экзамен, вот очень интересный экзамен, как я принимал у них. Я сейчас об этом расскажу тоже. А потом у нас ведь, знаете, человек заканчивает магистратуру, если он поступил в магистратуру. А потом, как правило, работает где больше платят. Поэтому он не заинтересован. Какое мнение он о себе оставил у своих преподавателей, как правило. Среди них есть очень немногие, которые нацелены на науку, талантливые люди, но о них уже другой разговор. Они действительно и списывать не будут, и будут добросовестно относиться. Но таких, чем дальше, тем меньше, к сожалению. Вот опять-таки, возвращаясь в Корнельский университет, вот надо было экзамен принимать по моему предмету. Экзамен, у меня, моя виза была, например, где-то до 25 мая. Естественно, раз виза у меня до 25 мая, я билет купил 25 или 24 или мая, потому что виза кончается, я помню. В Германии как-то я на один день просрочил свою визу. Знаете, какие большие неприятности я там же имел? Я в конечном итоге кончился тем, тогда еще были немецкие марки, где-то 75 марок штраф заплатил, и уже меня отпустили, потому что я еще потом целый год боялся, как бы у меня там штамп был чтобы следующие повестки меня бы как не повернули назад. И поэтому я купил вот на день раньше, там на два раньше билет обратно. А экзамен мы поставили где-то в начале июня. И когда я об этом узнал, я спокойно иду, говорят, вот знаете, говорят, мы экзамен поставили в начале июня, а вот я-то улетаю тогда-то. Знаете, как они, когда эти департаменты разозлились? Это, говорят, как вы имели право, говорят, так покупать? У вас экзамен, пока семестр кончается, вот так. Вот у нас есть устав, вы это должны знать, там написано. Я говорю, ну у меня же виза. Вот. А говорят, у нас, говорят, по американским правилам, после истечения визы целый месяц еще можно жить в Америке. Я говорю, я же об этом не знал. И, в общем, я обратился к человеку, который меня пригласил, профессор Шор. Я говорю, как же так? Я говорю, я же не знал об этом. Я говорю, вот пример привел Германию. Я вот на день тогда опоздал. Я поэтому и купил. Вот.
Ну, в общем, он сумел как-то, вот, они очень были и довольны мною, руководители департамента. И в конечном итоге я выяснил, оказывается, нельзя экзамен переносить. Не только экзамен нельзя переносить, а аудиторию, которая назначена для экзамена, поменять нельзя. Настолько все у них вот это формализовано, я не знаю, чем это объясняется. Экзамен никак нельзя переносить. Теперь как быть? Хорошо, в таком случае давайте вы принимаете у них письменный экзамен. И что это означает? Это означает, опять всем им даю одно и то же, как контрольная работа. Вопросы из того, что мы прошли, они неделю пишут, через неделю они мне возвращают. В общем, вот так, по-моему, видите, я экзамен принимал. Я им дал одни и те же задания, мне сказали, это можно... То есть вы задержались или все же уехали? Нет, улетел. Просто до отъезда уже они разрешили мне... Досрочно можно принимать только письменный экзамен. Почему-то. Я это до сих пор до конца не понимаю. Ни аудитории не дают, ни переносить не разрешают. А вот письменные можно. Вот письменный экзамен. И нельзя оценку одного студента сообщить другому. Это строго конфиденциально. Каждому присваивается некоторый номер или некоторый девиз, и потом уже по результату проверки вывешивается девиз вот такой-то, у него оценка, там высшая оценка А, следующий идет за ним Б, потом С, и плюсы и минусы можно еще доставлять различным образом. Вот понимаете, вот так. То есть настолько у них все формализовано в этом смысле. Я не знаю, чем это объясняется. Ну вот это бы мы легко могли бы позаимствовать. Ну надо бы нам это или нет, вопрос, да? Да. Записываются они на курсы. Тоже я обратил внимание. Я вот как-то в первый день приехал в Корнельский университет. Там сразу же я вошел в коридор. Первый день моего посещения я смотрю свою фотографию. Там доска объявлений, магистерская программа. Профессор Асланов, моя фотография, прочитает курс теории модели. И там короткая программа. А вот я забыл спросить, а вы заранее готовили этот курс или там вот уже на месте? Нет, Шот мне сообщил, я не специалист по теории модели, мне пришлось очень тщательно подготовиться. Еще в России здесь. В России я уже знал, что я буду считать. Ну, конечно, по лекционной я уже там готовил, а так я только просматривал книга, какая книга, посмотрел, какие книги. На что опирается эта книга Ходжеса. Кстати, этой книги у нас не было, мне пришлось написать. Письма самому Ходжесу, он из Оксфорда, из Англии. Я его хорошо знал, он мне прислал несколько экземпляров своей книги. Я еще я себе взял, своим товарищам еще раздал. И вот эту книгу я привез, и еще сопутствующую литературу. И уже там полекционно начал готовиться к этим лекциям. От вас не требовали тогда каких-то презентаций или печатных материалов? Абсолютно нет, ничего. Вот это доска, мел, тряпка, вот и все. Причем совершенно неформально. Студент может зайти в любое время. Он как угодно сидит, ты не можешь ему замечания делать, он может там ноги на стол поставить, он может сидеть пить, может бутерброд кушать, слушать тебя. А мне больше всего не нравится, они еще держали в своих руках эту же книгу Ходжеса, листали и сравнивали, что я рассказываю так. А потом может в любой момент встать, тихонечко уйти. Это не принято у нас в нашем университете, меня это немножко первое время это смущало. Даже я начал на некоторые замечания делать, потом... Поговорил с Шотом, сказал, это нормально, не обращай внимания. Твоя задача вот стоять у доски и рассказывать им, а они как себя ведут. В общем, вот так. Ну, и интересна обратная связь. Вот вы спрашивали, вот как можно сравнивать систему образования в Соединенных Штатах и у нас. Вот я пытаюсь это сделать. Я привел примеры только Корнельского университета, в других университетах. Я бывал, но уже как-то не как преподаватель, а как исследователь, да. Как преподаватель я был в других странах, об этом я могу рассказать позднее. Там ситуация немножко другая. Иран, например, я несколько раз ездил. Вот интересная действительно страна. Да. Сейчас в Америке я все закончил, видимо. Ну вот, если сравнить, все-таки у них отношение к учебе совсем другое. Видимо, может, я не знаю, может, престижность преподавателя. Профессор американского университета – это действительно должность. Должность, которая уважается и среди населения, и сам человек это чувствует, и отношение такое, условия труда такие, зарплаты достаточно высокие. Вот. Здесь не так. Вот самое главное, я думаю, вот именно это. Если вот наука будет хорошо финансироваться, если отношение в нашей стране науки, это не только я говорю, это все, вы сами прекрасно все это знаете. Будет другое, появится авторитет науки, стремление идти в науку, лучшие люди снова начнут подтягиваться к науке. А не полезут ли в нашей ситуации по блату, опять же, так сказать, как всегда это бывает? Вот это тоже, это вот уже наш менталитет. Да.
Там есть ли это я там не замечал ни разу. По крайней мере, ни один профессор, ни один человек ко мне не обращался ни с какой просьбой. Что обратите внимание на этого студента, его немножко надо поддержать. Он там спортом занимается, он там болел, у него здоровье не очень такое, ничего подобного не было. Никто не интересовался. Ну вот, забыл сказать про обратную связь. Теперь эта связь тоже у нас начинает появляться. Когда я уже вернулся сюда, в Казань, через полгода, наверное, департамент мне прислал оценку моей деятельности уже самими магистрантами. Там несколько форумов, мне было очень приятно, что была в основном достаточно высокая оценка, и еще некоторые там свое мнение обо мне тоже, как преподаватели писали. Лучшую оценку дали мне магистранты, хорошую оценку, но чуть ниже студенты, которые по прикладной алгебре, прикладная математика. Прикладная логика, я не читал. Вот. Ну вот, мне бы это очень нравилось. Они оценивали, насколько они мои лекции им понравились, настолько я следовал тем требованиям, которые предъявлялись студентам к этому курсу, насколько я полно охватил, давал ли я возможность время для самостоятельной работы, я помню, вот такие предложения были, сколько времени они уделили на подготовку к моему предмету. Мне причем ответы удивили. Они достаточно много. Причем я выяснил, я специально написал Шору, выяснил, что они совершенно искренне подсчитывали. Они очень ответственно относятся к этим вопросам. То есть ответы были такие, где-то от 3 до 5 часов к моей лекции. Это 2 раза в неделю. А ведь они не только мою лекцию слушают, таких предметов то есть, несколько. То есть готовились. Вот я начинаю лекции. Думать, получается так, что они целый день, там, полный рабочий день, с утра до обеда, там, а потом после обеда несколько часов, готовились вот к этим лекциям. Вот отношение к учебе такое. А у нас разве можно об этом сказать? Вот я экзамен должен буду принимать у студентов третьего курса или второго курса. Я абсолютно уверен, они придут совершенно неподготовленные. А как-нибудь сдадим. Что вы видите? Я сейчас, вот, много предметов у меня здесь. Я вот на одном факультете, это высшая школа информационных технологий и информационных систем, читаю алгебру и геометрию. Здесь я читаю, во-первых, общий курс по теории чисел нашим студентам, общий курс по математической логике и несколько спецкурсов по теории вычислимости. Это в один семестр вы так много читаете? Нет, это в течение года. Да. Вот в этом семестре в прошлом семестре я нашим студентам читал общий курс по теории чисел, а сейчас математическая логика. Но, к сожалению, вот студенты пошли очень слабые. Очень слабые пошли студенты. Уже кого можно было исключить, исключили. Сейчас их очень немного осталось. Они добросовестные, они стараются. Они стопроцентная посещаемость. Вот я тем более я проверки делаю. Они понимают, что там я буду смотреть, они настолько посещали. Всех выгнать мы не можем, мы сами без работы останемся. Так у нас половина не приходит. Половина, то есть какие-то. Нет, у меня посещаемость высокая. Это именно у меня отличительная черта. Я очень тщательно проверяю посещаемость. И они точно на лекциях, да? И на лекциях. Ну там же сидят. Вы тратите время на... Ну, во-первых, здесь у нас студентов мало. А вот ИТИСе там 150 студентов. Я как проверяю? Я выборочно. Сегодня я проверяю одну группу, другую группу. А потом уже потихоньку складывается коллектив студентов, которые плохо посещают. Ну, да. Я начинаю только их проверять. Так что вот эта форма у меня разработана. И там я везде всегда проверяю. И советую сотрудникам нашей кафедры тоже вот это делать. Потому что это очень важно, посещаемость.